попробуем на 44. Сейчас я тебе покажу, как делать не надо. Покажи. Ты так стопудово не умеешь, и такого ты еще ни разу не видел. Сейчас я тебя научу. Давай, учи меня полностью. Называется «Человек, катающийся на прототипе, сел на 44». Будешь все делать медленно и два раза? Прототип обычно два раза ничего не делает. Куда поедем? Так, что у них из СТ? Из СТ у них 50М. Вот Хэвик может туда поехать, потому что. Я под ДОТ. ДЗОТ или ДОТ? Как они, кстати, различаются? ДОТ и ДЗОТ. Временная огневая точка. Долговременная забронированная огневая точка. По-моему, закрытая огневая точка ДЗОТ. Нет, ну мне мой вариант больше нравился. Не буду спорить. Рондондон по полю, давай! Рондондон? Ага. Чем встретим с тобой какой-нибудь, не знаю. Думаешь, надо? Где-нибудь в С5, С6. Объект Тертаис. Будут нам весело. Я, наверное, к тому проскочу, к доту последнему. И все, я буду прятаться под пушкой. Если успею. Должны. Так, я успел. Какая большая пушка. Хочу себе такую большую. Артем Николаевич. Вас не устраивает размер вашей пушки. Танк. Так, что тут как-то тихо. Только шумит камыш. Вот так, если сравнить. Сейчас я приближу. Ну да, что-то там огромное дуло вообще в этой телеге. Представляешь, можно было на такой шляпе ездить по карсе? На бетонированный, да. Тишина, покой. Был бы мега-маус. Он стоит же впереди в кустах кто-то. Должен. Не может не стоять. Там ползаешь. Я лечу, Артём Николаевич. Кого лечишь? Скажу. Всех желающих. Так, потележили, потележили, потележили. Здесь костюм медсестры. Слушай, мечта идиотки. Костюм медсестры, домработница. Работать это понятно, вещь практичная, медсестры зачем? Ну как, лечить, спасать жизни. Спасательница. Костюм гаечки. Вот, слушай, гаечка, да, мне кажется, очень. Потому что прикинь, а вот тут реально никого нету. Правда, мы просрали, приехал уже к нашей арте. Вопрос как? А он поверху катается, он не понизу. А он там? Ну ладно. Их реально не заботит проблема. О, смотри, что нашла. Угу. Артишка. По-моему, эта артишка убегает по лампочке, наверное. Или тебя увидели? Не, моя лампа не горит. Странно, что-то он убегает так активно. У тебя мигает? У тебя 50М, скорее всего, светит. Не, он убегает почему так? Ну, видимо, понял, что поле-то пустое. А, я решил резко убежать. Ну да. По всем. Я тоже не попадаю с такого расстояния. О, ГВТ. Кинь, да? У меня в простреле, нет? Должен быть. А, вот сейчас, да. Давай. Молодец. По мне объект отработал. Встань под дот. Стою. Под следующий лучше. Ну сейчас, да, я свет с меня слезет. Я же без маскировки. Свечусь, как елка. Пойду тебе помогать. Ты не в городе, я лучше буду сейчас. Ты одна арту дорежешь? Угу. Смотри, не подставляйся. Дорезаешь арту и сразу обратно уходишь через угол. На базу не лезь.
Уж не вернутся и убьют тебя. Тут порешать их немножко. Такие 50-м труп. Еще и краб, по-моему, тараном Ванга? убился. А? Ты Ванга? А то. Знаешь, какого было мужу Ванги? Так как? Мне кажется, он просто сидел дома и не выходил из квартиры. Не рисковал, понимаешь? За мной ты приехала. Вот жопа. Надо бы за труп хотя бы объект выныкаться. Дрянь. Зачем не убежала? Ну, хиса, она сверху меня обошла. Сейчас я вернусь. Попробую, по крайней мере. Так, оно без этой. Так это АТ восьмая. Ай-яй-яй, в жопу больно как-то, а. Я вам там что реально к тебе приползло. За мной вон 268 бегает по карте. Так, в каком у меня краю была укладка? Справа. Не успела спастись от 268-го. Левым углом становишься к нему и все. Я гусеницу забивала ей. Это шестой пулемет, по-моему. Шестой, да. В лоб пробивается в пулемет. А я как-то не парюсь. К этому разобрали. Так, где... сейчас придет к тебе. Справа, с какой стороны? Справа придет. Теперь сзади придет. Ну, сейчас. 268, али Тартаис там в городе? Тартаис. Точнее, Тартоис. А вон 268. А, нет, не пошел. Становись в круг. Хэвик может успеть вернуться. Не успеет. Арта их там не берет вообще никак. Угу. Вон и те четвером там. Француз сейчас умрет уже, семерка тоже что-то слабенькая. Хэвика не пробивает даже, по-моему. Тартаис копытился. Тартаис. Вижу. Отвага и честь объекта Нику. В печенек ты 50 хэви. Слабоумие и отвага. Татли. Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ля-ля-ля-ля. Ладно, извиняюсь. Ну, скучно стоять за этой хибарой. Танк стоит, время идет. Ну так, да, они умерли. А они умираторы сделали. Тут унеслось, может успеть доехать. Что, вообще шалили? Там остался... Три арты, конечно, могут зарешать что-то. Что объекта? Скажи, что с объектом. А, вижу, тысяча... Так, это... А, 173. 173 объекта. Ой. Да. Ты готовь, сейчас тяж прибежит, пока не стреляй. Замри, замри за кустом. Вот отсюда он выпадет. Дышать можно? Нельзя. Все. Ха-ха, сказал Ис. Успел. Видишь, как сказал вовремя остановиться в круг. Да-да-да. Молодец. Не, у меня была мысль это раньше сделать, но я что-то так думаю, ладно. У меня аж мужики тут прикрывают. Мужикам лет по 12. Сейчас же каникулы. Или уже закончились? Кстати, да, у меня сейчас есть Пляндия. Это что, думаю, в колледж-то не ездит? Ну, тоже каникулы. Ну, слушай, неплохо. Но что-то я больше не хочу. Давай на чем-нибудь другом тогда. Так. Еще хочу ГВП-шку. Ты простишь меня за эту слабость? Что мне к ней брать? Буратино. Давай. Спой песню Буратино. Буратино была песня. Ну, как бы да. Фильм не смотрела. У самого Буратино песни не было, по-моему. Может, и была, но это очень, видно, незначительно. Ну, про него-то была. А песенки Буратино не было.
Помню, была у Пьеро песня. По-моему, у Черепахи. И у Карабаса-Барабаса. Еще это у Лисы и Алисы и у Кота Красилио. Ну, Лиса, Лиса, да, помогет. Там даже две песни было. Куда пойдем? Куда забьемся? Есть сильные враги? Подскажи-ка. ВЗ-120. Ну, остальное так, ну как я, все остальные. Вообще крабы. Спасибо, Артём Николаевич. Всегда пожалуйста. Что-то такая большая. Больше меня. Кушаю много. Мало двигаюсь. Очень красивый воротничок. Чё-чё-чё? Воротничок у меня красивый. А, ну воротничок, да. Так, ну что, сводимся. Куда? В центр. Как Гена-то терпит хорошо. Ой, сейчас еще потерпит он. Ну, накрыл. Отлично. Еще лучше. О, как. Чё же не в лору-то сюда уже запустили, а? Пробуем снять лору. Чёрт. Стою неудобно. Чё, кто-нибудь Илью поставил на гуслю, было бы шикарно. Кто такой Илья? А, вон 54-ка бегает. Горой не в простреле. Нет. Если только вот сюда уползет, будет тогда в простреле. Он что-то не стремится это сделать. Хотя же его не давят. И не светят. А зачем? А что я сделаю? 62 отмучился. Ой, хорошо, попал кто-то. Но это не я, к сожалению. Ладно, с Ильей мы там поговорим. Что без меня его доберут. ВЗ-шку видишь? Где нам квадрат? Хотя ладно, пофиг на ВЗ-шку. Смотри, вот здесь краб бегает на этом, на батчате. У нас по базе. Вот этот. Я маленькая, это трассы. Трасса дровочер, как тебе не стыдно? Ну, это был объект, но никуда не уехал. Как там еще? Фу-фу-фу. Да, позорище. Не, ну я не виновата, что он тупой, зато минус объект. Я к ПЗ бы еще под жопу кинуть. Гадость, убрал жопу. Ладно. Через 8 начну расскажу. Батчат. Накрыл. Отлично. Ну бас, Артём Николаевич. 750 почти. Бас и позорище. Почему так по имени-отчеству? Из вредности. Ой, я накрыла из 8 на 180. Вау. Помогай лучше сверху. Там семерка, по-моему, проходит сейчас. Ну, чтобы помочь сверху, нужно убрать опасность здесь, сбоку, прям, которая у меня. Все, остаток не тяжел. Все, сажусь. Суратно из 4. Проблема только в том, что очень далеко, и я вряд ли рассчитаю нормально время полета. Ты посмотри расстояние какое. Ну да. Сколько? Полтора раза больше надо. Ну больше, чем 1200. Сколько метров? Больше, чем 1200, Тёма. У меня не пишет больше 1200 почему-то. Ну, может, там просто 1200 есть. Если 1200, это 3 секунды.
будет. Чтоб зарядиться. Ну давай, давай, давай в щечку. Сейчас они без арты останутся. Осталось две штучки и все в свету. Будут останавливаться, чтобы убить нашу арту или нет? Ну, детский пацан, зачем ему останавливаться? И тут я его что-то не свелся. 768 метров. 2 и он повернул. Ладно, рискнем. Ой, недолет какой. Угу. Не повезло. Что-то я так тоже 227 настреляла, красавица. Позорище. СВЗ умрет. 34-ка осталось. Ну как-то, слушай, без нашей помощи пошли, вернее, без моей. Да и без моей тоже. Что мы делали? Ну, как нечестно. Ну, струляли, струляли. Толку. Что 34-ка прячется где-то. Вдруг он сейчас возьмет и всех затащит. Может, кстати. Сомневаюсь я очень в этом. Смотри, она прям такая дерзкая. Тащу. Сейчас батчата вылетит. Улетели, а. Изверги. Вообще фрага не дали. Слушай, я двоих сперла. Две арты. Позорница. Позор. Как так можно играть? Тебе не стыдно? Мне стыдно, да. Вон. Слушай, ты вообще вон 2000 накидал. Классно. Всего 2000. Смотри на меня, 687, Анечка старалась. Анечка днище. Спасибо. Полетели. За такую игру надо наказывать. Не надо. Я хороший. Скажи мне, Тём, что выбрать, рампу или выемку? Для чего? Бери рампу. Да, для тоннеля, короче, подводного. Смотри, если обычный тоннель, он когда входит в горку, вот место перехода от тоннеля к предпортальной выемке называется порталом. Место перехода подводного тоннеля к поверхности земли называется там, либо рампа, либо просто выемка. Рампа, то есть это же выемка, только с крышей. То есть это производится в том случае, если у нас выход на поверхность находится в одном уровне, если не ошибаюсь, с наивысшим историческим уровнем воды, что-то такое на всякий случай. Ну, если вы это понял, только слово входит. Тут ужасный, глупый, необразованный человек. Тебе совсем не стыдно? Вообще ни капельки. Когда мне было стыдно? По-моему, вообще не бывает. Ну вот. Зато нет арты. О. Няма-няма. Артём Николаевич, расскажите о своих планах на этот бой. Так, все. Идите отсюда под свой камушек. Задумался. План на бой. Понятно все с тобой. Нету толка от вас. Вы как поединец. Наш ред сильнее вашего. Давайте мериться редами. Стоп, какой ред? Ред аж? Это, по-моему, неправильный ред, у меня нет напротив него картинки. Брусничка, давай в клан. Слушай, я смотрю на типа 62-го. Я же посмотрю на его полезность. А, слушай. Няша. Неплохой такой, кстати. У него полезность больше, чем у тебя. Да. Кстати, я стесняюсь. Анечка стесняется. Синичка. Стесняйся. Вот так вот. Только не в тот. А поцелуйки это что?
Так тип 62 же писал, чё не в тот чат? Да? А не вражеский? Врагов типа 62 нету, детка. А, ну да. Детка, ну что ты? Такой большой мальчик, все путаешься. Бедный. Тема от такой наглости. Я, пожалуй, промолчу. Ой, теме лишь бы бабы, лишь бы бабы. А как иначе? А те лишь бы полный клан мужиков. И ни одной конкурентки. Ну почему? Я хорошо общаюсь с девочками. Ну, как-то, слушай, мне по жизни вокруг их так много, что если я еще в танках буду с ними общаться. У нас нет конкурентов. Если бы это видели девушки его клана. А если бы ты слышали их, девочки. Вот, вот кто увидит это, расскажите. Девушкам этого клана, что не конкуренция они нынче. Даже в рандоме. Потому что он тебя даже не видел ни разу. Слушай, если бы увидел, ух. Не, ну если бы увидел, я понял бы его фразу. А так он даже тебя не видел. Рональд Стец. Старый лис. Чата хорошая у него. Слушай, если восьмой же прошьет мне морду, да? Топовый, да. Слушай, а у него не на лбу не написано топовый, блин, но у меня видит. А, 50-120. Я сейчас умру. Ай! А-та-та. Девушки глобалку не утащат. То есть тебе придется в клане тащить глобалку. Слушай, может мне еще картошкам домой таскать? Да, и чистить. Девушка, девушка, чистить как бы я могу, конечно, вот таскать я ее не намерен. Какие еще полезные вещи по дому умеешь? Подтягиваться. Подтягиваться, понятно. Гладить умею, готовить умею, зашивать дырочки умею, да, пуговички пришивать умею. Чё ещё умею? Ну, а чё ещё понравилось? Формить, фу. Формить, блин. А чё ещё надо? Готовишь, убираешься, гладишь. Регулярно. По-моему, на этом уже всё заканчиваются какие-то обязанности по дому. А мы чё сливаемся. Тут ой-ой-ой, как ты мог? Тём Николаевич, вы не затащили? Затащил, Реда не тащит же. Ну так ты стоишь по своим сраным камушкам, как начали боя запланировал. Хорошо стою. Мне нравится. Ты, может, базу спасешь? Не. Мастер, фломастер. Не. Сейчас с восьмой вылезет, получит от меня разочек, спрячется. У нас осталось три светляка и ты. Вот, ну, как бы. Ну, смысл на базу бежать. Сдохнуть там. Задний! Артём Николаевич, ваша жопа. И бой уклад здесь. А, все, ты тоже не тащишь. Вообще не тащу. Ужас. И на Артём Николаевич. Так. Кто у нас остался там? Вот светлячок молодец, спрятался за на горку и стоит. Ты что ему там еще делать там? Что он там решает? Так. Захватчиком. Хотите скататься, господин?